продаешься, ты продаешься. Короче, если быть очень краткой, то главный плюс жизни – это то, что ты живешь. А главный минус – это то, что ты живешь. Все. Здравствуйте, это мое новое гениальное шоу «Плюсы и минусы чего-либо». И сегодня в нашей программе «Плюсы и минусы кровати». Итак, самый неочевидный плюс – то, что на кровати можно спать, а еще трах. А еще можно сидеть там, аниме смотреть. Уроки делать, если вам лень встать. Ну, короче, переходим к минусам. Минусы. Если вам стало лень вставать на уроки, вы решили полежать еще 5 минут, закрыв глаза с уверенностью, что точно нихера не будет и прозвенит будильник, поздравляю, вы долбоеб. I just wanna feel something, I just wanna feel something really real, so that I can really feel like a person again. Stranger. Still don't know. Полный пиздец и трэшовые стримы на ютубе. Стример или блогер, если его так можно назвать, Стас Решетников, Рифлей, на очередном своем гениальном стриме выгнал свою подругу на балкон, где она замерзла, и они напились, и этот блогер из-за какого-то неприятного запаха выгнал ее на балкон, без верхней одежды. Она неоднократно стучалась к нему, но он не стал ей открывать дверь. Девушка была и беременна. Вспомнил он об этом через час и вынес с балкона, попивая шампанское, при этом продолжая трансляцию. Комментарии на трансляции были в стиле... Сам Рифлей не видит в этом ничего плохого, и он не сожалеет о своем поступке, потому что он ничего не сделал. Нахуй мозги ебать, пока она ебется. Нахуя? Мне, блядь, интересно, куда смотрит... Итак, с плюсами отсутствия бровей мы разобрались и стали разбираться с плюсами и минусами челки. Первый плюс, если у вас вскочил прыщ, вы можете накрыть его волосами. Второй, самый неочевидный плюс, если у вас большой лоб, вы можете сделать челку, и он типа меньше будет. Плюсы закончились. Минус, если стричь челку дома, будет вот эта хуйня неровная. А еще эта часть волос на моем теле очень сильно грязнится, и после мытья выглядит хуй помека. Здравствуйте, с вами моя новая постоянная рубрика «Плюсы и минусы чего-либо». Сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы быть мной. Сегодня в нашей рубрике мы начнем с минусов, пожалуй. Минус номер один. Я типичный подросток, который не хочет жить и разочаровывать своих родителей постоянно. У меня нет никаких целей на будущее и куча комплексов и загонов. Ха-ха, депрессия в 0 лет. Ок, надеюсь, это пройдет. Мы пропустим эту тему и так переходим к плюсам. Плюсы, ну я не знаю, их нет, я добрая. Объективная оценка 4 из 10 плюс балл за платье. Кладмен Мунд. Сейчас с вами, наверное, моя уже постоянная рубрика «Плюсы и минусы чего-либо». Сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы песни разными голосами.
Итак, начнем с плюсов. Это аниме, ставшее легендой. Гении часто говорили про него. Короче, популярный мем. Плюсы. Разными голосами. Минусы. Разными голосами. Челки, а теперь самый главный вопрос. Плюсы и минусы жить. Ну, во-первых, плюсы жизни в том, что ты можешь есть и смотреть аниме. Нет, ты, конечно, можешь найти друзей и подруг, там, спасательный круг. Ты еще можешь завести себе друзей, парня или девушку, но какой шанс, что они тебя не кинут? Ну а самый главный плюс — это ты можешь смотреть мои видео в ТикТоке. Я знаю, они кринжовые, поэтому он сомнительный. Плюсы закончились, переходим к минусам. Минусов настолько много, что это видео перейдет в эссе по философии. Всем пока. Моя подруга из Красноярска передала мне подарок и попросила записать реакцию на видео. Она сказала начинать мне с письма, потому что в нем инструкция, как и что открывать. Тут, короче, конверт в целом крутой. Тут начало. Привет, сексуал. Посексим. Потом нужно было открыть пакетик с Hello Kitty. В нем был QR-код с приколом. Кольцо, на котором написано «Marry me». И милые заколочки. Дальше нужно было открыть маленькую коробочку, и в ней лежали милые колечки, которые Даша плела сама. Потом там нужно было открыть пакетик, и там был браслет. И нужно было догадаться, что он означает. Это было очень сложно, но я смогла, спросив у Даши. Как выяснилось, я тупая и не умею расшифровывать азбуку Морзе. А тут, короче, наш сын, которого зовут Чимин, Даша сказала мне по видеозвонку выбрать любое имя, я выбрала это. Я не знаю, о чем я думала, но... Теперь я сижу, убираю с этого. Потом нужно было открыть пакетик в клетку, в котором лежали милые сережки и еда. А тут я умиляюсь просто с этого. А еще Даша подарила мне любимую шоколадку с моей фоткой, где я ем доширак и мемом. Там были вот такие прикольные наклейки, которые я наклею себе на лоб, наверное. Дальше нужно было открыть чокер, и он, господи, он такой охуенный. Это все. А еще Даша дала мне свою любимую рубашку, и это очень мило. Желаю всем таких друзей, как Даша. А на последних кадрах я... И что это за кринжовая хуйня? В смысле кринжовая? Ну, она не смешная, не красивая, да, блядь. Выглядит странно. Кринж, короче. Наверное, лучше удалить. Да не похуй, простебись сама над собой там в комментах. Написать, что я долбоёбка конченая, типа. Именно, еще такие смайлики поставь, типа, блядь, пиздец, не смешно. Хорошо. Давай, мы будем говорить, как настоящие друзья. Алло, привет, ну как дела? Ничего не изменилось. А на кухне суп мой стынет. Поверь, ну я тебя люблю. Мяч гоняю по двору. Поверь, ну я тебя люблю. Все хорошие и плохие. Приснится целый мир без меня. Ну а я буду рядом, пока ты не проснешься. Если ты вдруг улыбнешься во сне, значит песня живет для тебя, а во мне и ничего нет.
A person who thinks all the time. I got bitches off the Zans. Bitch, I got. Didn't I do it for you? Давай, мы будем говорить как настоящие друзья. Алло, привет, ну как дела? Ничего не изменилось. Как вы просили, это минусы и плюсы отсутствия бровей. Никто на самом деле не просил, но я не знаю, что снимать, поэтому первый и самый неочевидный плюс – это то, что ты вместо бровей можешь нарисовать что угодно, да, даже вот это и даже вот это. Второй, самый неочевидный плюс, это то, что если ты не умеешь красить брови, ты можешь только нанести на них тон и все. А теперь самые неочевидные минусы, это, короче, на тебя постоянно все смотрят, потому что нет бровей. И второе, эти волоски на бровях превращаются в щетину, их приходится брить каждые два дня.